Ё-моё. Я забыл управление, короче. Так, ух ты, арбалет. Арбалет бы да взять. О, твою мать! Ох ты, ни хрена себе! Вот это подстав! Здесь, да? Хорошо. О-о-о! Борис! Дядя Боря. Там, наверное, еще один. Ха-ха, дядя Боря! Тут, наверное, еще один дядя Боря, нет? Именно тот ящик, короче, который это. Который тот. Resident Evil. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Resident Evil Gun Survivor 2, короче, код Вероника. Вот, и у нас задание ад. Задание ад. Я так предполагаю, по картинке у нас будет главное чудище, финальный босс. Будет этот синюшный тиран. Тиран-синяк. А, победить чудовище в лаборатории, короче. Окей, давай попробуем, посмотрим. И, наверное, мы пойдем с вами, как всегда, за Клэр. Идем! В прошлый раз, короче, ну, у нас получилось все-таки одолеть эти катакомбы, эти подземелья, короче, за Клэр. Вот. Так что... Попробуем лабораторию. Неизвестно, что нас ждет, короче, в этой лаборатории. Ё-моё. Я забыл управление, короче. Так, пошел вон. Критично. Тоже полежи немножко. Отдохни. Короче, так, вот так. Так, ага. Все. В принципе, вспомнил управление. Прям такие на люках у нас эмблема Umbrella. Бомжей убиваем. Вроде как лаборатория, да, почему, блин, этих... Зомби, короче, большинство зомби какие-то солдаты, ну не ученые, какие-то солдаты или хз кто они. Так, ладно, возьмем автомат, будем экономить его. У нас еще есть базука, один патрон, короче, и дробаш. Так, окей, снова дохерища у нас дверей. Я не знаю, брать ли аптечку или нет, именно сейчас. И куда идти? Похер, пошли, короче, прямо. Идем прямо, короче, там посмотрим. Ну-ка, здесь еще загляну, что здесь у нас. Тоже, наверное, дверь. А, нет. Хотя бы ящичек какой-нибудь поставили бы. Ладно, давай сюда. Пойдем сюда. Не факт, что за эту серию мы пройдем. Так, хорошо. Опа, сзади. Мотыльки. Ай, оседлал. Мотыльки. Так, хорош. Это нам не разбить. Окей. Это нам не разбить, идем дальше. Ну, я не знаю, в каком направлении, в правильном или не в правильном я иду. Сейчас мы все это увидим. Так, здесь развилка, здесь у нас дверь, а здесь у нас что? Здесь у нас ящички. Пустые, блин. Патрон только потратил. Так, в принципе, если логически подумать, то вот эта дверь идет по кругу. Если так вот поразмыслить, да? Как, в принципе,
принципе, вот это, наверное, прямо. Давай-ка взглянем. Вот это идет вглубь, наверное, дальше. Какие-то строители, видишь, я говорю. Вместо... Чуваки, они живучи. Вместо ученых здесь какие-то строители и вообще какие-то нудисты ходят, знаешь, голожопые зомби. Так, ладно, аптечку я пока не беру. Пускай она там висит. Вдруг мы сейчас подругаться пойдем, тогда уже я возьму. Потому что возможно, что по кругу куда будем идти. Отвалили, отвалили. Ай-яй-яй-яй. Получали. Вас много. Так, минус. О, хорошо. Больше нельзя нанести оружие. Плохо. Это плохо. То, что я, короче, выжил, это хорошо. А то, что нанести оружие больше нельзя, это плохо. Так, ладно. Здесь у нас что? Хорошо, автомат. Автоматик мы тогда возьмем. Автоматик мы возьмем. Окей. Такое ощущение, что я сейчас пойду по кругу. Почему-то. Здесь-то больше дверей нет, да? Нигде. Окей, допустим. Бомжи строители. Так, а тут что-то горит. Здесь в таком мы не были, тут горит. Погоди, сзади было написано. А где? Где Шуршун? Эй, Шуршун! Шуршун, ты где? Так, дверька здесь. Там аптечка. Ай-яй-яй. Так, здесь аптечка. Хорошо. Не знаю, стоит ли брать. Так, хорош. Мы вышли отсюда. У нас дверь только сюда. Блин, ну почему-то мне кажется, что мы вот так сейчас вот, мы идем. Так, сейчас по кругу, короче, и выйдем обратно. Почему-то прям. Прям жопой чувствую, блин. Так, здесь дверь не открывается, там зато открывается. Так, окей. Етишкин-колотишкин, сколько здесь дверей-то? Вообще просто жесть. Просто жесть. Пол, да офигеть. Офигеть. Так, я вышел отсюда. Это, наверное, обратно. Офигеть. Пойдем сюда. В принципе, она как бы прямо ведет. Я говорю, я сделал кругаль. Я в этом коридоре был. Значит так, я оттуда вышел. Попробуем пойти сюда. Прямо уже не то, уже не так. Прямо уже не идем. Так. Кто, паук? Паучара. Хорошо. Так, паук, и здесь тупик. И здесь тоже нам ничего не дали. Только патроны, короче, мы здесь взяли. Так, эта дверь у нас тоже отпадает. Окей. Эта дверь тоже отпадает. Окей. Так, получается, как мы? Мы здесь у нас...
Оттуда мы пришли. Здесь тупик. Здесь у нас мотыльки. Тут тупик. Так, погодь. А здесь, наверное, начало, да? Что-то я запутался опять. Здесь еще одна, короче, криокамера. Окей. Две криокамеры. Тут все равно мне это оружие не взять. У меня нет места. Поэтому. Поэтому остается одна дверь. Одна дверь остается. И эта дверь получается вот эта, наверное, да? Потому что я пришел вот отсюда. Да? Там мотыльки. Вот здесь, да. Скорее всего. Жесть, вот. Запутали. Так, окей. Стопэ. А здесь тупик? И может быть. Кругом тупик, да ладно. В смысле? А куда идти-то? Резидент Evil пошел против логики, короче. Куда идти? Это вопрос. Ладно, пойдем обратно. Где-то мы, значит, что-то упустили. Идем обратно. Да. Так, здесь мотыльки-переростки. Окей, шаблон. Я с ними не буду сражаться. Так, значит, где-то вот здесь мы сбились с пути. Где-то вот здесь. Мы пошли вот сюда. А, погоди. Мы пошли вот здесь, да? Мы пошли сюда. А значит, пойдем вот сюда. Вот настроили. Они, интересно, они сами тут не блуждают? Они сами тут как? Так. Патрончики. Значит, я здесь не был, значит, патрончики лежат. Ух ты, арбалет. Арбалет бы да взять. Так, патрончики хорош. Забрал. Тупик, ладно, арбалет пускай лежит, но арбалет это да. Арбалет бы пригодился. Так, окей. Теперь у нас есть опять два варианта ходьбы. Либо сюда, либо туда. Окей. Пойдем сюда. Если что, потом пойдем прямо. Так, огонь. Выскочка. Смотри, о, патрончики для автомата. Блин, какие они шустрые. Замри ты уже. Хорош. Так. Автомат 200, окей. Так, окей, здесь у нас опять развилка. И ломанешник. Развилка, так, окей. Значит так, идем. Блин, идем давай сюда. Похер, давай сюда. Так, ну, запомнить надо. Там мы не пошли, короче, получается, куда? Прямо мы не пошли, да? Ой. What the fuck? Ты знаешь, как в фильме? В первой части, ты помнишь, там всякие лазеры, всякие там королева красная, там всякие сеточки, кереточки. За колбашу можешь не переживать. Так, здесь что? Здесь у нас пусто.
патрончики, хорошо. В этой миссии хоть дают патроны. Так, окей. Мы пришли отсюда. Есть два варианта ходьбы. Снова. Столько развилок, и, мать его, хер поймешь. Хер поймешь. Так, хорошо, давай пойдем сюда. Я, в принципе, сохранился на развилке. Если что, то можно будет загрузиться. Лизун сосун. А там еще один, да? Где-то ползал. Хрена он такой. А ну-ка, погоди. Ария 1. Ария 2. А, мы нашли выход, да, получается? Так, вроде не цокай. Значит, правильно. Ух-ух. Окей. Хватило бы времени еще. Так, да, слышишь? Так. Уберись. Так, ну на этом нет одежды, он должен быстрее сдохнуть. Окей. Так, хорош. Прямо. А, ну, одна дверь пока. Одна дверь, пока идем. Пока идем в лаз. Надеюсь, уголя нам не даст. Дядька. Дядька рукоблуд. Хорошо. Так, там нет поворотов? Нет поворотов. Хорошо. У нас, в принципе, есть еще 37 минут. Как бы по игре 37 минут. В принципе, по идее, должны сегодня добить первые задания подземелий. Блин, опять это. А, погоди, нет, я отсюда пришел. Эти двери закрыты. А, хорошо. Окей. Хорошо. О, твою мать! Ох ты, ни хрена себе! Вот это подстава, ты прикинь! Вот это подстава! Охренеть! Так, ладно, хорошо, я сохранился, да? Так, сейчас в бок, сразу в бок бежим. Оп! Ништяк. Ага, а это у нас ездит. Это у нас стоит на месте. Так, хорош. Это у нас тоже ездит. Ну-ка, уйди. О, хорошо. Это жестко. Но если такие преграды стоят, значит, мы в правильном направлении, в принципе, идем. Так, хорош. Бочка. Надо подозвать, короче, зомбари сюда, к бочке. Да, иди. Два брата-акробата. А, в смысле? О, хорош. Два брата-акробата. Федя, Петя. Твою мать. А прикинь, даже бочкой не убила. Взрывов-то сколько? Как в каком-то блокбастере, знаешь, вообще жестко. Так, погоди. А что, там еще один есть? Ой, да тут за вас тут целая орава. Все, хорош. Так, с этими расправились, окей. Тут нет ничего. Две двери опять. Снова две двери. Так, делаем сохранку. И, наверное, идем сюда. Возможно, вот эти две дороги, они просто параллельны. Какой-то может сложнее, какой-то может... Не сложнее. Так, кто-то топает. Отлично. Здесь у нас аптечка только. Хорошо. Получается, там за дверью топает. За жалюзи. А вторая дверь, она как раз будет, наверное, проходить именно за жалюзями.
Так что нас сейчас ждет... как его? Охотник. Окей. Критично, хорошо. Так, что там взять? Так, пистолет. Пистолетик. Пистолетик мы взяли. Окей. Не топает? А, значит, не здесь, да? Хорошо. О-о-о! Борис! Дядя Боря. Дядя Боря. Там, наверное, еще один. Ха, дядя Боря! Хорошо, я их замочил. Так, мне нужна аптечка, если что. Нужна аптечка. О, тут, наверное, еще один дядя Боря, нет? Именно тот ящик, короче, который это, который тот. Ладно. Я везунчик. Так, погоди, где у нас дядя Боря? Дядя Боря у нас... Оп. Вот здесь, в этом ящике. В этом ящике у нас дядя Боря. Здесь никого. Так, дядя Боря вот здесь. Хорошо. Хорошо, все четко. С ними я не буду связываться, потому что, ну, хоть их и добро какое-то вываливается, но, блин. Жизнь. Хорошо. Хорошо. Так вот, хоть добро какое-то из них вываливается, но как бы это. Жизни поважнее. Блин, вот это было сейчас очень жестко. Опять у нас, короче, блин, целая куча развилок. Так, хорош, ладно, целая куча развилок. Мы пришли отсюда, значит, мы пойдем, давайте по порядку. Сюда заглянем, просто заглянем. В принципе, мы сохранились на развилке. Сейчас посмотрим. Угу. Где там шлёп? Опа, это... Блин, вот хорошо, когда критично. Ну, в плане... Так. В плане этих монстров. Так, здесь у нас еще проход. Погоди. А тут что? Тут тупик. Угу, отлично. Можно было, в принципе, просто тупо пробежать. Не связываться. Так, я не знаю, сохраняться или нет, блин. Ладно, давай. Боря, Борис. Отлично. Там еще один. Брат Бориса. Окей. Так, суды. О, хорошо. Патрончики для автомата. Так, туды у нас, а здесь что у нас? Опа, патроны, хорошо. И пусто. Мы сейчас пройдем по кругу. Сейчас пойдем по кругу, окей. Да, пусть. Ладно. Ну, хоть патрончики собрали. Тоже радует. Ага, ага. Теперь понятно где. Опа! Отлично. Ха-ха-ха. Так что... А, ну понятно. Сокращенный путь я себе сделал. Хорошо. Отлично. Так, либо сюда. Сокращенный путь я себе сделал. Окей. Или я отсюда пришел, погоди. А, нет, я пришел с другой стороны. Я смотрел прямо на жалюзи. Ай-ай-ай, забивали, блин. Ай-ай-ай, там подходит кто-то, подбирается. Хорошо, пошел, вон, критично. Там ящик разорвался, короче. Может быть, там что-то интересное лежит. А возможно, вообще ничего. Пусто. Куда пополз? Куда пополз? Бомбящий. Пусто. Пусто. Ящики вообще никудышные, ни о чем просто. Ой, блин. Ой, блин.
Водят, водят нас тут, водят. Так, погоди. Надо, наверное, ружье взять, потому что здесь лизун. Ах ты, падла. Хорош. Пистолет, хорошо. Окей. Блин, почему пустые? Мне нужны аптечки, кстати. Если чё. Так, то. Так, то, если чё. Мне нужны аптечки. Опа! Ух ты, здесь трибори! Ты трибори! Тут трибори! Три Бориса. Три Бориса — это сила, блин. Так, надо сейчас как-то в сторону от них. Опа-опа-опа! Опа-опа-па! Опа-опа! Не, ну как? Три Бориса, блин. Это как-то нет. Ух, да, сохранился, да. Надо было перед тем, как заходить в дверь, сохраняться. О, да. Это, конечно, жесть. Я сейчас себе устроил. Так, надо быстро, короче, херачить, херачить. Борю, 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 бей, 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 борю, борю. Дробовик. Или, короче, бежать, дробовик брать и сразу стрелять с дробовика. Да блин, у меня вторые, третьи, вторые убивают там. Вот это да. Вот это я попал сейчас. Блин, знаешь, я никак не увернулся. И не увернуться никак, просто не увернуться. Базуку тратить. Блин, тут кондюр, говнюк. Просто пипец. Попробовать свалить отсюда. Вот так. Так. Йоу, мирный театр, а? Ёперный театр, а? Так, ладно, допустим. Окей. Я думаю, с лизуном попроще будет справиться. Нужно найти аптечку. Опа, он промазал. Опа, я в него попал. А где ты? Хорошо. Почему из него аптечка не вывалилась, а? Опа, здесь по три патрона. Почему аптечки нет? Почему нет, мать его, аптечки? Где мы там оставляли аптечки? Есть тут аптечки? Блин, а где-то же я оставлял аптечки, да? Или это было далеко, очень далеко? Пока сохраняться не буду, чтобы если чё, короче. Так, здесь, по-моему, никого, да? Здесь были Борисы вроде. О, а, хорошо. Раз, аптечка. Тут здесь где-то аптечки. О, хорошо. Хорошо просто. Плюс шикарно. Шикарно. Ну, я даже, в принципе, я не знаю, попробую сейчас этих Борисов замочить, но я даже, в принципе, не знаю, правильно ли эта дорога. И, наверное, надо сразу выбрать что-то другое из оружия, да? Чтобы как-то вот... Цокает? Лизун сосун все? На! Сейчас. Чтоб он все. Да блин! Мудак! Сохрани, да загружусь. То что мудак. То что реально мудак.
не лизуна надо пройти, не потратив жизнь. Потому что смысл... Потому что получится смысл, когда в том, что я сюда возвращался за аптечкой. Ааа, это на кровь подожжа! Ладно, окей. Я хотел сохранить. Готов. С этих зомбарей, короче, вообще ничего не вываливается. Окей. Сохранимся. О, да. Да твою мать, ты задрал, ну. Почему его не относит от этого, от дробовика удара, ну, от удара дробовика, почему его не относит? Почему он не переворачивается и не лежит как черепаха, как говорясь, лапами своими вверх? Пошел! Уйди нахрен! Я кому сказал? Все. Сохранимся. Так, 10 патронов, я не знаю, на Бориса хватит? Хватит ли 10 патронов на Бори? Да блин, 3 патрона в Борю, ты чё? Автоматы взять? Не, давай попробуем автоматом. Сейчас как долбить просто очередь. Та-т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 а
Ох уж эти бори, блин. Ох уж эти бори. Так, ладно. Да, где пистолет-то, ёб твою мать, а? О. Хорошо, хоть аптечка с одного бори вылезла. Это радует. Это очень радует. Где босс? Где босс? Давай мне босс уже, наконец. Так, окей. Окей, монетка. Монетка мне не в манду, не в красную армию. Так. Так. В смысле? Стопэ. Если это шутка, то ни хрена не смешная. Рили, если это шутка, то ни хрена не смешная. Ария 2 и Ария 1 опять. Ты хочешь сказать, что я вернулся назад? А, нет, смотри, собаки. Собак, по-моему, не было, да? Шапка. Хорошо. Так, аптечка тоже. Тоже хорошо. Блин, а вот эти штуки даются. Скоро, наверное, босс будет. Или я что-то не понимаю? Ну, не знаю, сохранятся или нет, потому что если... А, сверху. Такого не было. Окей. Хорош. Пугает, а? Такого не было. Сверху, видишь, они ездят. Значит, правильно, в принципе, иду. По идее, наверное. Я не понимаю вот этой вот... Вот этой вот фишки, типа, Ария 1, Ария 2, я думал... Не, погоди. Я все... В смысле? Ну-ка. Я вообще запутался, что-то. Просто запутался.
похожи, знаешь, все вот друг на друга, короче, вот похожи. Короче, вот никого нет, мне такое ощущение, что я, короче, иду назад. Почему-то. Откуда тогда собаки там взяли? Зуб. Тут пусто. Отлично. Блин. Вот реально, мне кажется, я иду назад. Просто тупо я иду назад. Автоматы. Ну. Я не знаю, здесь я был, нет. Ящики. Вообще просто. Ну ладно, допустим, я сохранюсь. Потому что вот такого я что-то не помню. Видишь, местами похуже, блин. Хрен поймешь. Куда я иду, не туда. Конечно. Ёпте мать. Мотор-балет. Ясно. Это, короче, реально тупо шутка была такая, знаешь? Жесть, просто жесть. Значит так. А почему здесь тогда, вот я не помню этого охотника? Или я туда не заглядывал? Я прошел сразу прямо. Возвращаемся, что делать? То, что я говорю, логически, вот Ария, знаешь, с Арии 1 мы вышли. И типа это. В Арию 2 попали. Это значит, мы даже прошли этот раз, мы опять назад, короче, вернулись. Просто дичь. А-а-а! Нет! Иди в жопу! Так, окей, допустим. Идем обратно, короче, к Арии 2. Там будем смотреть. Ой, мать, вот ублюдок, а. Вот Ария 1, да? Ария 2. Все, мы входим в Арию 2. Опять как-то по-другому мы прошли сейчас. Собаки где? Вот мы идем сейчас правильно, я думаю. Вот сейчас мы идем правильно. Там была какая-то развилка, может мы тут там неправильно повернули в развилке. Тоже как вариант, в принципе. Шел так сюда. Окей. Просто жестяк. Вот нафига такие лабиринты делать? И прикинь, здесь еще сокровища вот эти искать. Ага, забыл. Прикинь, еще тут эти, типа, найдись, собери все сокровища. Ну, я думаю, сокровища, это подразумевается там алмазы всякие. Ну, алмазы. Монеты нет, монеты они исчезают. Если монетка одна исчезнет, то что, все заново вообще проходить? Ну это дичь просто будет. Вот.
Я не знаю, в принципе, вообще, будем ли мы проходить эти алмазики. Так, ладно, автомат. Так, короче, мы пошли с вами куда? Мы хоть... Да... Зачем ты сюда зашла? Так, ладно. А, ну мы здесь сделали проход. Хорошо. Ладно, допустим. Так. Вот здесь у нас получается три бори. А, нет, не три бори. Три бори дальше. Да я сейчас иду опять по кругу, получается. Я просто хочу взглянуть. Ну, мне кажется, да, мы идем сейчас обратно опять. Опять это, к выходу Арии. Из Арии. А, нет, мы к Боре идем. Я сохраняться пока не буду, я здесь сейчас статус сделаю. Идем к Боре, да? Получается. Вот здесь у нас три Бори. Одного пока уже ни одного. Так, по идее, здесь три бори было. Сейчас я выйду, значит, тут выход из Арии. Но да, зомбаки, Ария 2, выход из Арии. Короче, понятно, мы куда-то не туда свернули. Значит так, лет туда не идем, это выход обратно, значит, идем сюда. Тут, по-моему, была какая-то развилка еще. Да, вот мы пошли вот отсюда, мы пошли прямо, мы вот сюда не пошли. Здесь мы были. Тоже что-то тишина какая-то. Да? Пик. Здесь мы были тоже, получается. Совсем запутался, короче. Блин. Блинский. Совсем я запутался. Что-то не подсказывает, что видосик придется, короче... А, вот, да, мы в прошлый, вот, мы отсюда вышли, короче, и пошли вот сюда. Да, тут у нас еще дверь, чувствую, короче, надо будет видос разделять на две части, я это уже говорил. Все, идем, короче, сюда, проверяем здесь. Здесь мы не были. Бабочки, видишь? Бабануши летает. Чекунька. Там еще где-то. Ну где ты, ёпта? Где она? Просто не хочу, чтобы она меня из-под тишка, короче. Или это вот это? Я ее просто не добил, да, получается? Блин, пусто все, все пусто. Охренеть. Так, ладно, хорошо. Мы пришли вот отсюда. А, здесь тупик. Здесь вообще ничего нет. Здесь вообще. Ай-яй-яй! Хорош. А с тебя что, ничего нет? А почему она и вот это не убивает?
Хрен с ним. Так, ладно. Здесь ничего нет. В принципе, можно было и вообще здесь не париться, да? Давай-ка. Загружусь, короче. Там потому что ни хрена нет, вообще ни хрена нет, да? Идем в следующую дверь. Я по кругу пойду вот так. Да? Правильно же? Это я опять запутался. Мы пришли вот отсюда. Здесь мы были. Идем. Погодь. Наоборот, вот отсюда мы пришли, мы вот сюда зашли. Были. Вот сюда зашли, здесь у нас. Ага. Идем вот сюда. Ага. Потом, если это не та дверь, то мы выходим, получается, сразу направо. И там нет, и идем прямо. Все, понятно. Да как ты по мне попал-то? Я же Да в смысле ты? Уродец, а? Там еще один где-то. Да жесть вы, толпоящеры, а? Просто. Меня вымораживают. Просто вымораживают. Да твою мать, ты! Дура косорылая. На! На! Готово. На! 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 Фу! Все. Так с ними и надо. У меня все равно патроны, короче, в этом пистолете заканчиваются, поэтому пофиг. Походим, короче, с этим с дробашом. Так, здесь тоже тупик, но здесь алмаз. Ладно, сохранимся. Алмазик нормально. Алмазик — это дополнительные очки, короче. Все. Все, ништяк. Так, окей. Идем направо, вот сюда. Я уже забыл, как куда идти. По-любому какая-то из этих дверей должна быть. Эй. Да блин. Ага. Живые. В смысле? Ни хрена себе собачка. Так, окей. Здесь уже есть дверь. Запомним, в той развилке мы еще не сходили на еще одну дверь. Запомним. Блин, как же все это муторно. Как же это все. Твою мать! Какого хера? Охренеть! Это же не босс! А еще я хоть пацаны куча! Охренеть! А, нет, он еще живой! Охренеть! Хорошо! Умер! Охренеть! Там аптечка! Шо, успел аптечку взять? Еще одна. Фу, блин, ты-то откуда это взялся, охренеть, просто. Вонючка ссаная, и аптечка. Хорошо. Оп. Когда ж ты сдохнешь-то? Ни хрена не нормально. Да блин!
смысле бесконечный? Это вся награда за него. Маленький цветочек хотя бы целую аптечку дали, ё-моё. Не, ну вот это, конечно, сюрприз такой. Так сюрприз. Это сюрприз, так сюрприз. О, это хорошо. Это, конечно, да. Так, окей, теперь я запутался, откуда я пришел. Хорошо, сохраняемся. Блин, у нас 18 минут. 18. Собаки, окей. Так, сейчас посмотрим. Если сейчас он появится, я загружусь. Два раза бить его я не собираюсь. Хорошо.